сегодня очень хороший день для меня, потому что он сегодня солнечный, у меня хорошее настроение, и потому что у меня сегодня день рождения. Только что пришла с работы, а муж мне сегодня утром позвонил, его нет дома, он в отъезде, поздравил меня с днем рождения и говорит: значит так, придешь домой вечером, откроешь багажник и посмотришь, там для тебя лежит подарок. Это он мне сказал только с утра. Сейчас уже время 6 часов вечера, я прибежала с работы, схватила ключи, и я сейчас пойду смотреть, что же там лежит в багажнике, какой подарок. Пойдемте смотреть вместе со мной. Открываем багажник. Ух ты! Слушайте, он мне подарил хлебопечку. Какая прелесть! Ничего себе! Вот это подарок! Вот это подарок! Такая... Ой! Такая тяжелая! Ой, какая тяжелая! Вот это мой подарок от мужа. Хлебопечка. Ничего себе. Классно. Спасибо. Спасибо.